Здравствуйте, я Питер Хокли, евангелист в Библейской церкви Оксфорда. Сегодня я хочу поговорить с вами о верном Боге. Я начну с того, что прочитаю фрагмент из «Плача Иеремии», это третья глава, с 21 по 24 стих. Тут сказано, вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Это слова Иеремии, которого знают как плачущего пророка. Он говорит их среди руин Иудеи. Когда-то это была сильная сторона, но теперь она в запустении. Жители Иудеи были хранителями Слова Божьего. Они были избранным народом Божьим, его сокровищем на земле, его народом. Они были знакомы с путями Господа. Они понимали Его Слово. Они с радостью поклонялись Ему. Они познавали Его и поклонялись Ему. Они наслаждались Богом среди них. Этот народ жил в благословении, в избытке и мире. Но со временем люди начали постепенно отступать от веры отцов. Они оставили Бога и приняли идолов. Их сердца увлеклись другими вещами. Их умы захватили другие вещи. Они охладели в отношении Бога, которого когда-то знали. Постепенно люди начали гнить изнутри. И эта гниль начала распространяться по обществу. Со временем эта гниль внутри встретилась с гнилью извне. В Вавилоне не вторглись и завоевали этот народ. Они потеряли мир. Радость превратилась в отчаяние. Их песни, хвалы и поклонения превратились в плач скорби и отчаяния. Их выбор привел их к этому. Некого было винить. Они сами несли ответственность за это. Они пошли по этому пути, и он принес им руины. И это были буквальные руины. Навуходоносор, царь Вавилона, пришел со своими армиями в Иудею и разрушил ее. Он разрушил города Иудеи, а затем и сам Иерусалим. Он сжег город и забрал все ценности. Он также сжег дотла храм, построенный Соломоном, Возможно, кто-то из вас может сказать, что он живет в своей Иудее. Возможно, когда-то вы знали Господа и ходили с Ним, или никогда не знали Его, но вы можете быть похожи на иудеев. Для вас религия может быть отголоском прошлого, чем-то, чем занимались ваши родители. А вы говорите, они исповедовали христианство, и это было хорошо для них, но у нас больше нет нужды в этом. Но, ну, возможно, как вы иудеи, стены вашей жизни разрушены. Возможно, враг в виде страха, тревоги и сомнений проник в вашу жизнь и ваши мечты. Возможно, все то хорошее, что вы когда-то знали, было уничтожено в огне, и вам кажется, что небо над вами сейчас черное из-за дыма от этого пожара. Как я уже говорил. Иеремия был плачущим пророком. Он видел, как вражеские армии взяли верх над его страной. Он видел, что окружающий его мир превратился в пепел. Но среди всего этого, как мы читаем в 21 стихе, Иеремия говорит «Я уповаю». Он говорит «Даже во время пожара у меня есть надежда». Хоть в воздухе висит дым, он говорит, «У меня есть надежда». Хоть тьма почти поглотила их, он говорит, «У меня есть надежда». Его надежда была на Господа, на милость Господа, сострадание Божие, верность Божию. Библия наполнена примерами верности Божьей. Библия ⁇ это история Божьей верности человечеству. Это Божья верность человеку, несмотря на постоянную неверность человека. Я хочу прочитать еще несколько мест вам. Это Второзаконие 7 глава 9 стих. Итак, зная, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. 35-й Псалом, 6 стих говорит, «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». В первом послании Коринфянам, 1 главе, 9 стихе сказано, «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, и Иисуса Христа, Господа нашего. Второе послание Фессалоники, Цам 3, глава 3 стих. Тут сказано, «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Ну и еще один стих. Евреям 10, глава 23 стих. Тут говорится, «Будем держаться исповедания Упование неуклонно, ибо верен обещавший. В Писании мы видим Бога, который держит свои обещания, который не лжет, потому что не может лгать. Он постоянно убеждает свой народ, что будет с ним в трудностях, что поддержит его в испытаниях, даст им свою силу, выведет их в безопасное место из всех проблем. И во всех случаях Бог исполняет Свое Слово. Каждый, кто смиренно полагается на Него, не будет отвергнут или разочарован. Он верный Бог, и Его обетования верны. Его рука всегда поддерживает. Бог обещал Ною, что сохранит Его и Его семью от потопа, если они зайдут в ковчег. Они зашли в ковчег, и Он сохранил их. Господь явился Аврааму в Уре Халдейском, он сказал ему оставить знакомую жизнь и последовать за Господом, довериться тому, что Бог приведет его в землю обетованную. Писание говорит, что Авраам пошел, не зная, куда он идет, но Бог был верен и привел его в Ханаан. Господь также явился Аврааму, когда тот еще был Авраамом. Он явился ему, когда тот уже был стар и не имел детей. Бог пообещал ему что тот станет отцом многих народов. Он изменил его имя на Авраам и пообещал, что через его сына, его потомков, станет столько, сколько песка в море или звезд на небе. И в назначенное время родился Исаак, сын обетований, а через Исаака родился Иаков. А через Иакова родились двенадцать сыновей, которые стали главами колен Израиля. Бог был верен одному из этих двенадцати сыновей, Иосифу, Господь явился во сне и пообещал этому мальчику, что однажды... Он станет влиятельным лидером, великим человеком. Его братья завидовали, гнали и предавали его. Они продали его в рабство. Будучи в рабстве, его ложно обвинили в изнасиловании и посадили в тюрьму. Но Бог оставался верным Иосифом. И в назначенное время Иосиф предстал перед фараоном. После этого он стал правой рукой фараона. Он проснулся утром в тюрьме, а ночью лег спать во дворце, став самым могущественным человеком в самой могущественной стране на земле. А все потому, что Бог верен. Через некоторое время после смерти Иосифа появился новый фараон, который не знал Иосифа и то, что он сделал. Он сделал израильтян рабами и наполнил их жизни страданием. Но Бог поднял Моисея. Через него он пообещал, что избавит детей Израиля из египетского рабства. Сделал ли он это? Да, сделал потому что Он верный Бог. В Слове Божьем мы видим верного и достойного доверия Бога. Иеремия вспоминает о нем, даже когда Иудея горит. Он говорит, «У меня есть надежда». А все потому, что он знал, что Бог верен. Хоть страна и была разрушена, хоть Иерусалим был уничтожен, и тысячи людей были уведены в Вавилонский плен, он знал, что Бог исполнит свое обещание. И через 70 лет, точно в назначенный час, Бог исполнил свое обещание и освободил детей Иудеи из Вавилонского плена. Захватчики Иудеи сами столкнулись с захватом своих территорий, когда армии Кира вошли в Вавилон. А жители Иудеи смогли вернуться в свои родные города, чтобы восстановить прежнюю жизнь. Сам Иерусалим был восстановлен, и на месте старого храма появился новый храм — в 22 стихе Иеремия говорит, «По милости Господа мы не исчезли». Возможно, вы побиты, подавлены, разбиты житейскими бурями, которые прошлись по вам. Вас бросает туда-сюда, и вы не имеете ни малейшего представления о том, закончится ли это. Но, друзья, вы не исчезли. 2020 мог стать самым трудным годом вашей жизни. Люди теряют работу. Многие не знают, где заработать денег на еду. Долги могут душить вас, как удавка. Болезни лишили людей всякой радости. А некоторых лишили самой жизни. Обстоятельства, в которых мы сейчас оказались, принесли невероятный стресс в нашей жизни. Они могли шокировать некоторых из вас. Но Бог верен во всем этом. Некоторые из вас могут сказать то же самое не только о 2020 году. Возможно, вы смотрите на руины своего дома, на родителей, которые никогда не любили вас, на друзей, которые бросили вас. Возможно, сегодня вы стоите на руинах распавшегося брака, Возможно, ситуация никогда не была такой трудной, как сейчас. Но, по милости Божией, вы не исчезли, вы не погибли. Возможно, вы приблизились к краю, но слава Богу, вы не сорвались с него. Вы все еще здесь. Вы проснулись сегодня, и вы живы. Это еще не конец. И Еремия понимал это. Это было доказательством того, что по милости Божией они не исчезли. Он словно говорит себе, «Это не конец. Я знаю, что он не закончил. А так как он не закончил, то это не конец для меня». Возможно, вы не смотрите на мир так, как и Еремия. Возможно, вы, как другие иудеи, можете лишь кричать от отчаяния. Вам кажется, что надежды нет. Друзья, я хочу стать для вас сегодня и Еремией. И сказать, с Господом надежда есть. Вы говорите, что исчезаете, а я говорю, что нет. Вы говорите, что вам конец. А я говорю вам, во имя Господа Иисуса, что Его милость все еще не истощилась. Его сострадание не исчезло. И эта милость во множественном числе. Ее много. Она часто проявляется в вашей жизни. Она охраняла и защищала вас, даже когда вы не осознавали этого. Вы побывали во многих бурях, но невидимая рука Господа хранила вас много раз. Бог верен. Он верен, и Он был верен с самого начала. В Бытии первой главе первом стихе сказано, «В начале сотворил Бог небо и землю». А в 31 стихе говорится, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, очень хорошо. И когда мы оглядываемся по сторонам сейчас, то видим, что сейчас не все так хорошо. Так как же мы дошли до такого? 113-й псалом 24 стих говорит нам, Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Бог дал нам этот мир чтобы мы управляли, заботились, наслаждались им, но не без него. Мы были созданы по образу и подобию нашего Бога. Мы были созданы для того, чтобы существовать в единстве с Ним, в настоящем духовном союзе с Ним. Бог хотел, чтобы наши отношения с Ним были настоящими, искренними, желанными. А желанными они могут быть лишь тогда, когда есть вероятность того, что они не будут желанными. Дом отличается от тюрьмы тем, что в нем есть открытые двери. К сожалению, человек выбрал двери. Он решил уйти от Бога, отделиться от Творца. Но люди не могут жить без Бога так же, как рыба не может жить без воды. Хоть Бог и предупреждал человека, что это будет ужасно, человек отвернулся от Бога и ушел. Так в человечестве начался распад духовный и моральный. Оно начало уничтожать себя и других. Все те проблемы, что мы видим вокруг, все это возникло из-за первой Великой катастрофы, когда человек оставил Бога: предубеждение, ненависть, ссоры, похоть, зависть, эгоизм, злость. Все это возникло после первой катастрофы. Всякая гордыня. Все проблемы человечества сегодня связаны с тем фактом, что мы взбунтовались и отвернулись от Бога. Все мы виновны. Писание говорит в послании к римлянам, 3 главе 2. 23 стихе. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Но знаете, сейчас многие люди видят катастрофическое состояние мира. Многие думают, что так и должно быть, но это не так. Слава Богу, что Бог верен. Его сострадание с нами. Хоть мы и стали бунтарями, обратились против Бога, как мы видим это на примере Иудеи в нашем тексте, которая отвернулась от него и была захвачена вавилонинами. Бог следил за нами. Он видел, как мы ранили себя. Он видел загрязнение, коррупцию, пустоту в наших душах, ужасную агонию наших сердец, отделенных от Него. Он видел безнадежность, беспомощность, Он видел отчаяние и безуспешные попытки исправить себя. Его сострадание было с нами. Самый известный стих Библии записан в Евангелии от Иоанна. Это третья глава, 16 стих. Там сказано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Своего Сына Иисуса в этот мир, чтобы спасти, а не осудить, чтобы исцелить, а не разрушить чтобы восстановиться. Иисус пришел не ради мести, но ради спасения сокрушенных сердец. Он пришел, чтобы примирить нас с Богом. В Иисусе мы видим верность Божию. Мы видим Бога, который смотрит на нас и любит нас. Он видит наше положение, но не хочет оставлять нас в нем. Его ответ — самое удивительное событие в истории. Наш календарь, наше летоисчисление основывается на том, что Он сделал. В Иисусе Христе Бог пришел к нам. Две тысячи лет назад Бог явился во плоти, сошел с небес, облегся в человека и пришел к нам. Он родился, стал одним из нас, Иисусом Христом из Назарета. В Деяниях 10 главе 38 стихе сказано, что Иисус ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Иисусом двигало сострадание. Он видел, что люди были как овцы без пастыря. Они были потеряны, не видели, куда идти. Эти люди были напуганы, не могли найти покоя. Он проявил к ним сострадание и милость, явив любовь Божью. Но они взяли милостивого Христа и убили его. Они повесили его на дереве возле Иерусалима, вместе под названием Голгофа он не должен был умирать. он был сыном божьим. он мог призвать легионы ангелов на помощь, чтобы они убили тех, кто держал молоток и гвозди. Но это было величайшее проявление Божьей милости и верности. Послание к римлянам говорит, что Бог свою любовь явил к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос отдал Себя за нас. Он принес Свою жизнь в качестве выкупа за многих. Не знавший греха, сделался грехом за нас, чтобы мы примирились с Богом и стали праведностью Божией во Христе. Исаия сказал, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Господь возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всех нас. На кресте Бог возложил на Него наши грехи. Он был осужден за них, невинный за виновных, святой за нечистых, праведный за неправедных. Он занял наше место и выпил чашу гнева Божьего за грехи, чашу божественной справедливости. Он выпил ее до дна. Он выпил ее до самой смерти. Они сняли с креста мертвого человека и отнесли в гроб. Это было безжизненное тело, которое они закрыли камнем. Но Бог верен. Он не оставил невиновного в могиле, Он не позволил Святому увидеть тление. И на третий день Христос воскрес. Он жив сейчас и будет жить вовеки. И каждый, кто принимает Его, кто приходит к Нему верой, кто полагается на Него, переходит от смерти к жизни, от духовной, моральной, эмоциональной и психологической смерти к жизни. Мы говорим о сверхъестественной жизни вечной. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих, говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, Древнее прошло, теперь все новое. В нашем фрагменте Иеремия говорит в 24 стихе ⁇ Господь, часть моя ⁇ Это был голос его души ⁇ Господь, часть моя ⁇ Человеческая душа жаждет реализации мира безопасности. Она жаждет удовлетворения. И она не находит покоя, пока не найдет удовлетворения. Многие из нас потратили годы на то, чтобы накопить разные вещи, надеясь заполнить пустоту, и нам не удалось сделать этого. Но Иеремия понимал: Господь моя часть. Мир можно найти только в нем, радость можно найти только в Творце. Иисус хлеб жизни для наших душ. Он дает живую воду, которая утоляет жаждущие сердца. Бог — наш Творец, но мы не можем по-настоящему увидеть свои ценности, пока не начнем смотреть на себя его глазами. 25 стих говорит, «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его». Такие люди никогда не будут разочарованы. А вот почему так важно в это время, в это неспокойное время, иметь якорь, Уверенность, которая стабилизирует нашу жизнь. Она дает нам мир внутри, который нельзя найти больше нигде. Друзья, он приходит от Господа Иисуса Христа. Да, ни один человек, положившийся на Иисуса Христа, не был разочарован, потому что Он верный. Писание говорит, что всякий кто призовет имя Господне, спасется. Кем бы вы ни были, в какой бы ситуации вы ни оказались, придите ко Христу, и Он явит вам свою доброту. У вас есть причина для надежды. И эта причина — верность Божия. Возможно, вы уже христианин, Возможно, вы когда-то ходили с Господом, но как те иудеи, променяли эти отношения с Богом на другие вещи, и теперь первое место в вашем сердце заняли идолы, а не Иисус. Возможно, теперь есть другие вещи, отвлекающие вас. Возможно, это ваша карьера или семейные обязанности или другие отношения и люди. Это могут быть как хорошие, так и плохие вещи. В любом случае, они вытеснили Иисуса, и вы не оставили для него места или времени. Возможно, другие христиане разочаровали вас в прошлом. Возможно, вы пережили неприятные вещи в церкви. Возможно, вы обвиняли Господа в том, как с вами поступили. Друзья! Я хочу ободрить вас и призвать обратиться сегодня к Господу. Он не злится. Он сострадает вам. Его милости открыта для вас. Бывает так, что ты христианин и знал Господа, но понимаешь, что все не так, как было раньше. Ты не в том положении, в котором находился раньше. Вернитесь сегодня к Нему, друзья. Нет осуждения или стыда. Вернитесь, как блудный сын, и вы увидите отца, который побежит к вам с открытыми объятиями. Он полон милости, прощения и любви. Возможно, вы христианин и ходите с Господом, но вы переживаете из-за того, что видите в окружающем мире. Как Иеремия, вы видите, что Иудея горит. Вам кажется, что страна погибает, и ни у кого нет ответа на те проблемы, с которыми мы столкнулись сейчас. Обратитесь ко Христу, друзья, обратитесь к Нему, и вы увидите, что Он — Господь, Бог всемогущий. У Него есть сила над ветром и волнами. Он все еще может доставить лодку вашей жизни безопасно к берегу. И он сделает это, потому что он верный Бог. Он не человек, который лжет. Он обещал, и он верен своему Слову. Давид сказал нечто в 26-м псалме 13 стихе. Он был готов сдаться, если бы не верил, что увидит благость Господа на земле живых. Мы должны быть как Давид, и даже в трудных ситуациях верить, как Давид, зная, что Господь поступит с нами так же, как с Давидом. И напоследок я хочу обратиться к тем, кто не знает Господа. Вы говорите, я не христианин, я не знаю, верю я или нет. Я хочу призвать вас прийти сегодня ко Христу. Возможно, вы даже не знаете, как включили нашу передачу. В любом случае, это не случайность. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог обращается к вам сейчас, протягивая руку милости, любви, прощения и надежды. Христос — спасательный круг. Но он не поможет вам, если вы будете тонуть с кораблем. Откройте свое сердце ему в молитве. Скажите, Господь Иисус, я доверяю тебе. Я прихожу к тебе. Прости меня. Я отдаю свою жизнь в твои руки. Пойдите в церковь неподалеку или свяжитесь с нами по адресу, который видите на экране. Возможно, мы подскажем вам, куда обратиться. Друзья, наш Бог верен. Он верный Бог. Писание говорит «вкусите и увидите, как благ Господь». Не имеет значения, какие времена настали. Все это не имеет никакого значения. Мы можем быть уверены в том, что верный Бог готов заступиться за всех, кто полагается на Него и верит ему. Пусть Бог благословит вас.